Наша фабрика была одной из первых компаний, которая предложила застройщикам продавать мобильные квартиры и уже давно доказала свою надежность и исполнительность. Поэтому сегодня мы сотрудничаем с крупнейшими из них, такими как Settle City, Peak, CDS, BFA Development и многими другими. Мы ответственно подходим к соблюдению сроков каждой поставки. Автоматизация производства позволяет минимизировать количество брака. Первая мебельная фабрика осуществляет крупные поставки мебели для федеральных органов власти, государственных корпораций, образовательных учреждений и медицинских центров. Наверное, это спрос на новостройки. Сейчас он замедлился с учетом сегодняшней мировой ситуации. Но мы рассчитываем на жилье и квартиры с мебелью. Это основная история, которую мы видим в будущем, и которая должна быть основным драйвером роста. Надеемся, что уже в ближайшее время Государственная Дума рассмотрит введение обязательной меблировки квартир в новостройках. Изменения на законодательном уровне это не только нормализует работу мебельных предприятий, но и позволит новоселам по всей России не тратить несколько лет на обустройство пустой бетонной коробки. Мы активно осваиваем выпуск новой продукции и выходим на новые рынки сбыта, такие как Marketplace, Озон, Яндекс.Маркет, Сбермаркет и другие. Также мы развиваем сегмент модульных кухонь. Такие кухни позволяют сохранить нашим клиентам самое, наверное, ценное в жизни – это время. Сразу после покупки они получают готовую мебель, которую остается только установить.